Не успели аграрии окончательно завершить яровой сев, как уже пора собирать урожай. Уборочная страда уже началась в Новоспасском районе в хозяйстве «Агроинвест». И первым в расход пошел озимый рыжик. Говоря сельскохозяйственным языком, рыжик – культура техническая. Из нее делают масло, которое впоследствии используется в пищевой промышленности, медицине и даже изготовлении биотоплива. И хоть рыжик – культура неприхотливая, среди аграриев популярностью не пользуется. Можно сказать, мы одни в области сеем эту культуру. Так как культура мелкосемянная, требует определенную технику, определенную подготовку. На полях Новоспасского района убрано уже 142 гектара земли. Только на одном комбайне можно убрать до 25 гектаров в сутки. В шутку фермеры называют культуру «быстрые деньги». Рыжик приносит в казну хозяйств первые большие деньги. Согласитесь, хорошее подспорье для хозяйств перед основной уборочной кампанией. Перед основной уборкой технической культуры, вот этот озимый рыжик, 16 тысяч разрешенная цена его. Вот, и перед основной уборкой для хозяйства это большое подспорье. Уборку рыжика планируют закончить через неделю. Дальше к 25 июля начнется основная уборочная кампания. На очереди озимая пшеница, горчица и ячмень. По словам специалистов регионального Минсельхоза, спецтехника хозяйств Николаевского, Барышского, Ульяновского, Старомаинского и Инзенского районов уже полностью готова. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».